Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на моей кухне. Сегодня у нас великолепный луковый суп, как всегда, моя версия. Я лук нарезала произвольно, добавила кусочек сливочного масла растительного и жарю на небольшом огне уже минут 40. Теперь добавляем коньяк. Если вы не употребляете коньяк, можно пропустить этот этап. И бульон. Даем выпариться спиртному. Добавляем тимьян. И добавляем бульон. Обычно добавляют говяжий бульон, но мы с вами добавим хороший, наваристый куриный бульон. И варим еще минут 30, пока масса не станет такой красивой, кремовой, однородной. Вот такая красота у нас получилась. В это время поджариваем гренку. Обычно, конечно, ржаной багет идет сюда. Берем форму и перекладываем наш супчик. Прошло полчаса. Я выключаю плиту и перекладываем наш суп в форму, которую можно поставить в духовку. Тимьян отдал весь свой вкус, мы его добавлять не будем. Вот так красиво мы это все выкладываем. Давайте уберем плиту, она нам уже не надо. Вот такая красота у нас. Пока мы поджариваем гренку, натираем сыр. Добавляем сверху сыр. У меня моцарелла, но можно любой твердый сыр добавить. Нашу гренку и еще сыр. Ставим в духовку 200 градусов. Минут на 15 я ставлю. Вот такая красота у нас получилась. Зажаренная корочка, внутри ароматный суп. Давайте попробуем. Смотрите, какой он сочный. Не забывайте подписываться на мой канал. Я пытаюсь зачерпнуть суп. Это очень вкусно. Сыр расплавился, соединился с нашим супом. Это очень вкусно. Всем приятного аппетита. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока. И до новых встреч!